Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. В последние годы сибирские селекционеры выводят все больше и больше очень интересных сортов томатов и перцев. И вот продолжая краткие обзоры для начинающих, чтобы они не запутались при выборе сортов, я дошла до сибирской тройки. Тем более очень многие просят рассказать о ней. Садила ли я ее, выращивала ли, и как она мне понравилась. Да, сибирскую тройку я выращивала. Очень понравился мне этот томат. Можно сравнить его, вот кто знает, петруша-огородник. Такая же форма плода, вы видите, вытянутая, такой же размер плода. Сейчас я немного расскажу вам, прочитаем. Сибирская тройка, новинка. Новый высокоурожайный сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных укрытий. Сорт среднеранний с компактным штамбовым типом куста высотой до 60 см. Плоды красные, яркие, правильной перцевидной формы, крупные. Первые плоды длиной до 15 см, весом до 350 граммов. Вкус и сладость мясистых плодов, даже не требующих соли при употреблении в свежем виде, можно назвать изюминкой данного сорта. К достоинствам сорта относятся также его высокая урожайность 5 кг с растения в сочетании с низкорослым типом куста и высокая устойчивость к заболеваниям. Сорт практически не требует посынкования. 3-5 растений на 1 квадратный метр. Если у нас указано 5 кг с растения и 3-5 растений на метр, то у нас получается довольно-таки хорошая урожайность, если помножить 5 на 3 или на 5. Но если на 3 это 15 килограмм, если на 5 это еще того больше. Это очень урожайный сорт. И вот у меня в прошлом году, к сожалению, я видеообзор не сделала этого, но не успела всех. Они буквально были все увешаны плодами. И еще, сегодня я говорила про то, какие сорта можно выращивать в открытом грунте, в тоннелях, которые переносят кратковременные заморозки. Вот сибирская тройка к этим сортам принадлежит. Вывод, подытожим. Сибирская тройка низкорослая, детерминантная, с толстым стволом, с мясистыми гофрированными листиками, с перцевидными крупными плодами до 300 граммов, похожий сорт петруша-огородник. Выращивание в уходе очень просто. Рекомендую. У кого мало времени, кто занят на работе, пожалуйста, сибирская тройка. Новый хороший сибирский сорт. До свидания. Следующий видеообзор будет о другом сорте.